Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Светланы Шиманской. Композиция называется «Как важно в точке видеть целый мир». Музыка исполнения Самойла Фрумовича из цикла «Жившая поэзия». Как важно в точке видеть целый мир, а в многоточье мощь и свет вселенной. Не прятаться под тенью странных игр, взлетая в чувствах к сфере строк нетленных. Как сложно не преститься запятой, когда в пространстве множество вопросов, не рушить даже в мыслях мир чужой, внушив себе, что разум твой философ. Пусть время только лучшее хранит, а знаки служат разуму и свету. Когда душа с душою говорит, на все вопросы сыщутся ответы. И как бы тьма не застила глаза, пусть радужный настрой эфиром правит. В печали ты судьбой не замерзай, пусть искажение жизнь любя исправит. В печали ты судьбой не замерзай, пусть искажение жизнь любя исправит. Как важно в точке видеть свет мечты и знаком восклицательный рождания. Ты ощутишь всесилье высоты, в любви вере, счастьем наполняясь. Ты ощутишь всесилье высоты, в любви вере, счастьем наполняя. Спасибо за внимание. С вами был Самойл Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт. Как важно в точке видеть целый мир». Стихи Светланы Шиманской. Музыка исполнения Самойла Фрумовича.